чтобы украсть у Империи. Нужно просто быть невозмутимым. Они так гордятся собой. Такие упитанные и довольные. Они и представить себе не могут, что кто-то вроде меня сможет проникнуть в их дом. Кассиан Андор, Империя душит нас так медленно, что мы даже не замечаем этого. Хочу спросить вот о чем. Не лучше ли посвятить себя чему-то действительно стоящему? Мне нужны все герои, которых я смогу заполучить. Для общего блага. Называйте это как хотите. Назовем это войной. Там нарастает восстание, сэр. Несколько очагов восстания. Ты в моих сетях. Ты рыбешка? Или вор? Вы дали промашку? Нисколько. Я просто слишком долго прятался. Пока все думают, что я раздражаюсь, есть шанс, что они упустят, что я задумала. Что вы задумали? Вот так выглядит революция. Я устал проигрывать.